В современном мире спонсорская помощь жителям населенных пунктов от градообразующих предприятий крайне важна. Одним из успешных проектов является фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный порт». Одноименным предприятием организация создана 3 года назад. За это время в развитие поселка Врангель вложено немало средств и разработано большое количество проектов во всех жизненно важных сферах. Одним из основных пунктов является создание мощного волонтерского движения. Сделали очень много. Это спортивные соревнования, это экологические, значит, выходы на берег моря. Это, я даже не знаю, куда у нас этот десант не выходил. И вот такая гордость, то, что мы пытаемся, значит, где мы живем, убрать, чтобы было красиво, чтобы было чисто. И причем самое-то главное в том, что, вы знаете, к этому тянутся дети. У нас очень много детей, я их называю маленькие волонтерчики. Но это такая радость, потому что дети рядышком с нами делают то, что делают взрослые. И уже потом, когда они будут подрастать, конечно, вот это все у них останется в душе. За 12 минувших месяцев руководством и волонтерами фонда проведено более 200 акций, мероприятий, в том числе и проектов. В рамках экомарафона вывезены сотни мешков мусора с пляжей, улиц поселка. Проведены ремонтные работы и предоставлено новое оборудование для работы в образовательные учреждения. Вышел в тираж первый альманах, в котором собраны рецензии и статьи с историческими фактами о жителях и природе поселка Врангель. Под чутким руководством акционерного общества «Восточный порт» с успехом проведены праздничные и тематические мероприятия в честь 50-летия ударной комсомольской стройки. И то, что сделано фондом, это действительно достойно большого уважения. Вот. И большое уважение не только в поселке. Люди с уважением и с радостью говорят о том, что вот это сделал Восточный порт, вот это тоже сделал Восточный порт, фонд Восточный порт. Вот. Но скажу так, что многие находкинцы тоже тянутся за нами и берут пример с фонда «Восточный порт», потому что до этого стивидоры этим не занимались. Вот. И слава богу, что вот такое вот у нас получилось. Поэтому я считаю, что то, что сделал «Восточный порт», то, что создали фонд социальных и экологических инициатив, фонд «Восточный порт», это правильное дело и нужное, и необходимое именно нашему населению, именно людям и жителям поселка Врангель, ну и в том числе Находкинскому городскому округу. Одним из масштабных проектов фонда при поддержке администрации НГО в этом году является строительство большого скейт-парка во Врангеле. Объект стал центром притяжения молодежи и юных спортсменов в направлении уличного спорта со всего Находкинского городского округа. А для школьников старших классов находится на рассмотрении проект выделения грантов на реализацию собственных проектов. И что немаловажно, создаются условия для привлечения в школы поселка молодых преподавателей посредством предоставления и благоустройства жилых площадей. Традиционно уже 3-й год подряд фонд «Восточный порт» вручает стипендию Васиновича школьникам Врангеля за успехи в спорте, общественной жизни и учебе. А касательно школ, в этом году мы к юбилею 19-й школы сделали прекрасный холл 2-го этажа, сделали там исторические стенды, в том числе посвященные Восточному порту и его сотрудникам. А успешно поработали мы с Восточной больницей, мы подарили автомобиль, мы предоставили оборудование для сразу 2 кабинетов. Поэтому год был хороший, сейчас вот он как раз завершился на доброй ноте «Неделей добра», еще одной нашей традиционной акции, которую мы очень любим. Надеемся, что следующий год будет еще лучше, еще продуктивнее, и мы сможем сделать больше. В следующем году фонду «Восточный порт» предстоит еще масса работы для создания более комфортной среды проживания жителей микрорайона Врангель. Уже идет подготовка к продолжению ремонтных работ в общеобразовательных, дошкольных учреждениях, закладывается бюджет в реставрационные работы храма Живоначальной Троицы. Напомню, сегодня фонд реализует 12 программ социального развития. Волонтеры, ветераны, дети, духовное развитие, здоровье, историческое наследие, команда «Восточного», комфортная среда, образование, социальная поддержка, культура и спорт.